компания Дархан представляет вам электромеханический привод цепного типа Sectional 1200. Привод предназначен для автоматизации бытовых секционных ворот площадью до 16 квадратных метров. Sectional 1200 имеет класс защиты IP20 и может использоваться в диапазоне температур от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию. Кнопки программирования и цифровой дисплей расположены на передней части привода, что облегчает к ним доступ. При необходимости привод можно повернуть на 90 градусов, что никак не отразится на его эксплуатационных характеристиках. Блок управления приводом адаптирован для сетей с нестабильным напряжением и защищен от высоковольтных импульсных помех. Узел натяжения цепи со встроенной пружиной поддерживает цепь в натянутом состоянии и предотвращает ее провисание в процессе эксплуатации. Звездочка цепной передачи из высококачественного металла имеет неограниченный ресурс эксплуатации. Sectional 1200 имеет лаконичный дизайн. Небольшой корпус органично вписывается в любой интерьер.